3, 2, 1. Новоиспеченный чемпион мира в нашей студии здесь, в Мегаспорте. Мурат Гасиев, человек, который выиграл титул WBA в первом тяжелом весе и показал себя просто настоящим молодцом. Против кого? Против Лебедева. Флаг Северной Осетии. Но вы сегодня настоящий герой в стране, не только в вашей любимой республике. Поздравляем вас! Спасибо, спасибо большое. Расскажите, как настраивались сейчас, пока мы ждали это прямое включение, вы о чем-то напряженно думали. О чем, скажите, господин чемпион? Спасибо за поздравления. Хочу сказать всем большое спасибо за то, что столько людей приехало сегодня поболеть за меня. Мои земляки Северной Осетии, кто на самолете, кто на машинах приехал, им большое спасибо. И как... чувствовали вы эту поддержку? То слышали? Конечно, чувствовал. Я, если честно, думал, я ожидал, конечно, что люди будут болеть за меня, но не столько много. Не раз уже говорил в интервью, то, что я вырос, можно сказать, на Дениса в боях, смотрел их, когда только начинал боксировать. И настраивался на очень-очень тяжелый бой в ринге. И очень рад, что победил сегодня. Мурат, ну вы сейчас немножко лукавите. Дело в том, что мы много анализировали вашу, так сказать, подготовку к этому бою. Многие специалисты отмечали, господи, Гасиев так был уверен, даже отчасти самоуверен в себе. Откуда все это? Мы не говорим про самоуверенность. Вы большой чемпион. Но вот эта уверенность, вот когда в защите Лебедева вы его пробивали, ваш взгляд, ваша походка, откуда все это? Я старался сделать все, чтобы не довести бой до судейских записок, потому что очень часто бывают спорные решения. Вы собирались закончить нокаутом? Да, конечно, потому что мы видели бой Сергея Ковалева с Андре Вордом. Очень близкий бой. Не то, что даже близкий, Сергей был лучше, и победу отдали Андре Ворду. И не хотелось то же самое повторять, хотелось выиграть досрочно. Но у вас в итоге не получилось. До судейских записок мы дошли. Почему? Ведь Лебедев, ну, пару было вариантов, вот пояс нам принесли, покажите чемпионский пояс. Вот, вот он, вот чемпионский пояс, обратите внимание, в прямом эфире, друзья, на нашем телеканале. Крупным планом сейчас его увидит вся страна. Я повторю еще раз, Денис показал чемпионский характер, потому что у него большое сердце, он настоящий чемпион, и я ожидал от него то, что он будет биться до конца, как настоящий чемпион. Но вы человек скромный, мы это понимаем, но похвалите уже себя. Специалисты отмечают, что один из самых динамичных боев они сегодня видели. Вы с этим согласны? Все ли сегодня получалось? Я не знаю, со стороны виднее, я не могу себя хвалить. Я хочу похвалить свою команду Урал Бокс Промоушен за то, что предоставили мне шанс подбиться за титул чемпиона мира, и также по моим землякам, моим спонсорам, Ринга Телеком и трехкратному олимпийскому чемпиону Артуру Таймазову. Вы человек благодарный, но вот у Лебедева тоже было пару моментов, когда казалось, что вы дрогнете. Как удалось выстоять, скажите? Я не знаю, он бил очень сильно, но не было такого, то, что он меня потряс, то, что я был в состоянии дроги. Очень жестко бил, очень сильно. Но я старался держать удары. Люди из мира бокса говорили, я имею в виду вообще из сообщества бокса, говорили, что вы очень хотели этого боя. Именно хотели выйти в ринг против Лебедева. Почему такая мечта была? Из-за пояса этого конкретно или из-за соперника, оппонента? Изначально я просто хотел стать чемпионом мира. Когда мы делали иллюминатор, бой за обязательного претендента, поясом владел Рамирес, с кем Денис объединил пояса. И изначально планировалось с ним сделать бой. Но так сложилось, то, что Денис объединил пояса и стал владеть этим титулом. Я шел по линии IBF и стал претендентом, и так сложилось, то, что мы с ним встретились. Но вы сейчас находитесь в самом расцвете сил, вы молоды. Вы, я не хотел сказать молоды и горячие, но вы молоды и рассудительны. Вот откуда это у вас, господин Гасиев? Наверное, спасибо большое моей семье, моему брату, родному, моей матери за то, что воспитали меня и тем, кем я сейчас являюсь. Это благодаря им большое спасибо. Семья смотрела этот бой? Конечно. Вообще, как они переживают за вас? Переживали. Брат был в углу, мама где-то на трибунах сидела. Всегда, когда есть возможность, мама приезжает, поддерживает. Никогда против не была, всегда только поддерживала меня занятием боксом. Вы обнялись с Денисом, и какие слова вы ему сказали, что бы вы пожелали сейчас? Вот нас смотрит вся страна, потому что мы знаем, что Лебедев – кумир миллионов. Вы, я думаю, после этого поединка кумир не только в республике Южная Осетия, в Северной Осетии. Денис пожелал мне удачи, сказал, что я молодец. Я также поблагодарил его за этот хороший бой. Я думаю, мы с ним еще встретимся и поговорим о сегодняшнем. Мурат, у вас в руках сейчас вот этот пояс, да, цель. Вы осуществили мечту отчасти, да, свою. Дальше что? Дальше это еще? Это только ведь начало, да, для настоящего чемпиона. Сейчас отправлюсь домой, наслажусь этой замечательной победой. Дальше уже работа моей команды. Но вы чувствуете в себе силы, мотивацию какую-то еще? Конечно, я надеюсь, это только первая ступень моей карьеры.
И я надеюсь, общими силами мы это будем последним получить. Вот когда спортсмен выигрывает, вот первые минуты, это пьедестал или в боксе, это пояс, люди говорят, что не ощущают вот такой радости, не ощущают того, что ты чемпион. Вы сейчас это ощущаете? Я вам честно скажу, сейчас 1 час, 2 часа пройдет, порадуюсь, завтра я проснусь, и как будто ничего не было. Ну как же так? Цель одна была поставлена, достиг ее. Все, сейчас можно чуть расслабиться, дальше ставить новые цели и идти к ним. Но это не значит, что вы должны останавливаться на достигнут. Спасибо вам огромное. Большое. Спасибо за те эмоции, за ваше мастерство. Еще один высококлассный боксер из нашей страны, чемпион мира Мурат Гасиев. Конечно, хуже нет, с одной стороны, когда соотечественник побеждает соотечественника, но это спорт. Мы вас благодарим, надеемся, что вы в профессиональном боксе всерьез и надолго, Мурат. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо, удачи, уважаемые друзья. Студия продолжает работу. Сегодня был большой бокс, и у нас новый большой чемпион. Here comes the boys from the south. Here comes the ready or not.